Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. И для того, чтобы напомнить вам, что когда вы ходите за покупками, там, где мука и всякие штучки для выпечки, для приготовления чего-нибудь вкусненького, вы можете найти вот такую стройную фишечку дня. А я уже распаковала, высыпала. Это яблочный пектин. Ну, это вещество, которое во многих фруктах содержится, пектин имеется в виду, но особенно много его в яблоках, допустим, в айве. И он такой желирующим свойством обладает, поэтому в кулинарии можно его прекрасно использовать. Ну, например, когда вы делаете яблочный зефир, стройный, без сахара, а это вполне реально в домашних условиях, по ссылочке возле видео перейдете, найдете там 4 отличных рецепта диетического легкого зефира. И вот вместо желатина вполне иногда можно попробовать использовать и пектин. Конечно же, там много полезных веществ, его еще называют санитаром организма, потому что у него и абсорбирующие такие свойства есть, захватывает нехорошие вещества, помогает их быстрее вывести из организма, точно так же, как и лишние килограммы. Помогает активизировать обмен веществ, даже омолаживает. Представляете, какая замечательная штука. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня на здоровье. Цепляйтесь за похудательный буксир. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Лайк ставьте прямо сейчас. И, конечно же, оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Пока.